Законопроект об общественном контроле в Самарской области вступил в стадию обсуждения с общественностью. Сегодня в стенах губернской думы впервые собрались члены рабочей группы. На данный момент поступило почти 40 поправок от предприятий и трудовых коллективов. Больше всего вопросов по организационной части. Кто и на каких правах сможет войти в общественные советы при органах государственной власти? И какими полномочиями будут наделены члены общественных комиссий? Давайте все-таки исходить из того, что общественная комиссия, общественная проверка – это не ревизоры, которые придут и сядут вот с какой кипой бумаг и будут их листать. Они не будут этим заниматься. Пусть придут туда. Нарушение трудового законодательства, да, нарушение там правил благоустройства. Могут с очевидностью все что-то увидеть. А дальше уже с подачи данной проверки направить данный материал уже, если он обозначилось как нечто серьезное нарушение какое-то в какой-то отрасли права, соответствующим, о чем вы говорили здесь, надзирающим, контролирующим органам. Их 38 в нашей стране.